В рамках конкурса «Лучшее предприятие, предоставляющее ночлег» эксперты посетили 44 места ночлега, оценивая их в 5 номинациях. Первое место в группе гостиницы заняла гостиница «Райби и Логи». В группе «Гостевые дома» лучшим стал дом «Остмала». «Намилес» стал лучшим в группе «Дом выходного дня». В номинации «Ночлег в частном доме» на первом месте «Мазайс Наминдж». Последняя номинация – «Ночлег для молодежи», и здесь абсолютным победителем стала гостиница Венспилсской высшей школы. Венспилс, по-моему, очень широкий спектр гостевых домов и гостиницы, и даже ночлег в частном секторе тоже есть, да. В других городах, я думаю, что не так часто получается найти ночлег в частном секторе. Угу. На ваш взгляд, чего не хватает Венспилсу? Ну, по-моему, надо думать о хорошей гостинице, четырехзвездной или пятизвездной гостинице. Тройка лидеров в каждой номинации получает возможность пройти обучение, организованное Венспилсским центром туристической информации. В течение 3 месяцев проходил конкурс на лучшее предприятие общественного питания. Лучшими были признаны кафе «Скродер Крокс» Украины и кафе «А-10». Здесь я почувствовала то, что думает о том, что был работающий. Конечно, почувствовала хорошего сервиса, вкусные еды и напитки, но самое главное, что я заметила, то, что здесь в ресторанах и кафе есть работающие, и это очень-очень важно. Впервые в этом году были присвоены особые призы. В номинации «Самый вкусный скландраусис» приз получила «Бистро Латта». В номинации «Рай Пицц» в Венспилсе приз достался кафе «Стендер Пицца». В номинации «Самый настоящий торт» победила кафе «Мусмайс». Такие конкурсы нужны и важны, потому что они помогают развиваться ресторанам. Ну, хоть это нет разницы, это ресторан или какой другой, но я думаю, что такие конкурсы дают дополнительный стимул, чтобы учреждение развивалось и чтобы они улучшили свой сервис. На данный момент в Венспилсе работают 27 кафе, 12 предприятий быстрого обслуживания, 4 ресторана, 4 бара, 16 столовых. В прошлом году было открыто несколько новых предприятий общественного питания, например, кафе «Мусмайс» на улице Кулдыгас, кафе «Павела Сета», кафе «Дежраусис».